всех свет вырубила? В это время я как раз готовила ужин. Точнее, разогревала в микроволновке буррито, которое нашла за диваном. Да, я знаю, это было зря. Ведь микроволны убивают все полезное. Но, с другой стороны, тараканов они тоже убивают. Нет худа без добра. Так, стойте, о чем это я? Точно, блэкаут. Похоже, замкнул электростанцию в Санта.
жизни, мразь! Что за... Беги отсюда!
было бы у меня больше времени. Да-да, ты бы сделал из него гребаный ракетоносец, я знаю. Ну как, все готово? Привет, Ви, еще не все. Милитех мог оставить в системах лед. Кэрол проверяет. Пиджаки еще не обращались к вам насчет потери? Нет, думаю, нам удалось сбить их со следа. Грузовики с большими логотипами мы оставили у лагеря стилетов. Это почти так же смешно, как насрать кому-нибудь под дверь, позвонить и смыться. Выглядит так, как будто его только что пригнали с корпоративной войны. Неплохо. Я закончила. В системах чисто. А, кстати, что тебе сказал Сол? Пока ничего. Мы стараемся обходить друг друга стороной. То есть он что, не будет собирать совет? Да ясно, что будет. Просто хочет подольше подержать меня в неведении. Всегда мечтал погонять на такой махине. Вот именно так всякие наивные сопляки и попадали на фронт. Их даже вербовать не приходилось. Тебе просто показывали технику. Ну тогда запрыгивай, все готово. Ну что, давай его заводить, что ли? Голову береги. Вот чёрт. Это не самая новая модель, но Мич и Боб сделали, что могли. Как тебе тут? Очень уютно, по-моему. Управляют им прямо с места. Нужно только подключиться, и все. Никаких рычажков, кнопочек и мигающих лампочек? Никаких. Импульс поступает прямо в кору головного мозга. Василиск как бы становится продолжением твоего тела. Такое вот мистическое единство. Панам, ты когда-нибудь управляла таким? Нет, а что? Не доверяешь мне? Я еще могу выйти? Нет. Тогда доверяю. Раз тут все такое мистическое, зачем второй пилот? Для поддержки? Я расскажу, когда отъедем от лагеря. Заодно и потренируемся. Смотри, чтобы контролировать панцирь при сенсорной перегрузке во время контакта с врагом, нужны двое. Один ведет, а другой управляет пушкой. Тебе понравится, я уверена. Окей, вот так нормально. Сначала проведем пробный запуск без меня. Нужно же два пилота. Ты же не будешь сразу вести и стрелять. Начинаем? Панам, а это все так и задумано? Нейронная синхронизация всегда занимает какое-то время. Скоро все будет нормально. Вот видишь? О, начинаю понимать, что ты имела в виду. Осваивайся. Да не бойся, я не смотрю. Просто сделай пару кругов. Плавно идет, прям как лодка. Ну да. Когда летишь про бугры и яму, можно не думать. Окей, что-то я гляжу, тебе скучно. Тогда направь его вдоль ветряков.
Когда скажу, повернешь предпоследнюю вправо или влево. Ладно. Налево. Очень хорошо. Не останавливайся. Направо. Да, вот это было хорошо. Направо. Ты молодец. А теперь давай постреляем. Притормози и активируй систему. Что у нас в меню? Чудо не жди. Василиск — это прежде всего грузовой транспорт. Но все равно должно быть весело. Так, подорви вон те машины. Круто! Машины теперь мертвее мертвых. Отлично! Окей, тренировка закончена. Ви, помнишь, что я говорила про импульсы? Да. Тогда приготовься. Что происходит? Я подключилась, Ви. Наши нервные системы теперь соединены. А, ты же говорила про синхронизацию. Я из-за этого чувствую все в два раза сильнее. Это сенсорный отклик. Наши ощущения переплелись. Хочешь? Тоже попробовать. Окей. Давай опробуем эту систему. Вот так, чувствуешь? А, как люди вообще с этим сосредотачиваются в бою? Думаю, ощущения не всегда такие яркие. А вот так? Что такое? Ой, блядь. Нас нашли, надо проверить, что с лагерем. Это щелепы. Целая стая приехала разбираться. Перегруп. Они здесь тоже, Сол. Их много. Разберись с ними и сюда. Поможешь остальным. Едем сразу в лагерь. Надо помочь семье. Почти на месте. Вижу по нам. Этих говноедов ждут большие сроки. Окей, Ви. Готовься жать. Поздравляю. Пора поговорить.
все мы вместе и по отдельности должны прежде всего обладать. Какой интересный день. Чувствую себя так, будто в последнюю минуту вернулась от поезда. Примерно так и было. Не знаю, как бы я без тебя справилась. Да ну, перестань. Блин, вы видели Василиска? Нет, правда. Как он их всех раз? Мы все у тебя в долгу. Прекрати, ты можешь стонать. Рассчитывать на Альдекаль. Лежи смирно, мне надо осмотреть всегда. Рану. Они теперь нас за километр буду будут замещать. Скольких мы уложили? Мне больше интересно, скольких мы потеряли. Ага, могли за паром никого. Если это мне нравится. Прилетел быстрее. Панам нашла время уезжать из лагеря. Посмотрим, что она скажет в свое оправдание. Она тебе кто, пиво? Ясновидящая? Лимонад? Ты закончила? У Мусы тоже рано, будь здоров. Можно и лимонад. Как пожелаешь. Ну, за хэппи-энды. Кстати, про хэппи-энды. Надеюсь, ты не жалеешь насчет того, что было в Василиске? Я жалею только об одном, что у нас было мало времени. Значит, что-нибудь придумаем. Угу. Слушай, мы же могли бы видеть это каждый день. Ви, оглянись. Посмотри на них. Вы можете стать семьей. Панам, что ты? Останься. Поехали с нами. Это не так просто, Панам. Не просто? Ты или хочешь, или нет. В этом и проблема. То, чего я хочу, сейчас вообще не важно. Я понимаю. Такие решения с потолка не принимают. Я просто подумала... Ладно, забудь. Я подумаю над этим, обещаю.
Ви? Панама. Я... Ви, спокойно. Все хорошо. Как ты себя чувствуешь? Что случилось? Я помню, мы разговаривали, и вдруг... Ты потерял сознание надолго. Мы забрали тебя с собой. Куда? Мы перенесли лагерь в новое место. Здесь мы пока в безопасности. Не волнуйся. Эх, Ви. Ви, пожалуйста, скажи мне, что случилось. Кровь, потеря сознания на несколько часов. В чем дело? Панама. Мне с каждым днем становится только хуже. Так, Ви, спокойно. Давай по порядку. Почему тебе становится хуже? Что с тобой происходит? Ты знаешь Джонни Сильверхенда? Ну да, по радио иногда гоняют какое-то старье. А что? В этом все дело. Джонни жив. Он сидит в моей голове. Он что? Как это? Я сейчас не поняла. Это что, метафора какая-то? Панам, конструкт Сильверхенда прямо в эту минуту ломает мое сознание. Нет, это просто, блядь, этого не может быть. Джонни Сильверхенд? Да, жопа. Слушай, ты не пробовал с кем-то об этом хотя бы поговорить? С кем, интересно? Это не то расстройство, с которым звонят психотерапевту. Конструкт он как рак, который растет с каждым днем. Ты правда не шутишь? Я пытаюсь с этим жить. Вернее, выживать. Но твоему здоровью это явно не помогает. Я пойду. Мне уже лучше, правда. Погоди, я пойду с тобой. А кто это у нас проснулся? Привет, Мич. Наконец-то. Мы беспокоились. Твою тачку я пригнал, если что. Вон там стоит. Но ты же еще пока не уезжаешь, правильно? Все в порядке. Надо же, как быстро вы обустроились. В этом у нас есть кое-какой опыт. Место хорошее. Здесь у нас больше контроля над окрестностями. Остальное приложится. Уже все нормально. Спасибо, что помогли. Что ж, я рад. Спасибо, Мич, но мне пора в город. Ты же еле на ногах стоишь, Ви. Не напрягайся особо, окей? Помни, наше предложение в силе. Если что-то понадобится, Альды Кальда всегда помогут. Хоть в чем-то мы полностью согласны. Если будет нужна помощь, ты знаешь, где нас найти. Может, тебя проводить? Я знаю эти места. Ездила тут когда-то. Здесь точно безопасно? Пока да. Милитех так далеко не заходит. Ну и здесь наблюдательные позиции намного лучше. Ви! Добро пожаловать обратно в мир живых. Это все ну, временно. Наконец-то! Наш скоро спящий красавец думать, проснулся. Ви, насчет того, что ты рассказал. Я не буду делать вид, что поняла. Мне кажется, до меня просто еще не дошло. Но все равно, чем я могу помочь?
Честно говоря, не знаю. Погоди, должно же быть что-то. Или кто-то. Помнишь Хельмана? Это он придумал, как создавать конструкты личности. Поэтому ты хотел его поймать. Он не смог ничем помочь. Теперь мне надо придумать что-то еще. Ты придумаешь. Только потом позвони мне. Я помогу. Вся семья тебе поможет. Сол не шутил, слышишь меня? Спасибо тебе за все. За то, что поддерживаешь. Береги себя. И дай знать, когда... Короче, просто не пропадай.
Майка звонила. Перед закатом встречаемся у мегабашни. Ты придешь? Конечно. Тогда до вечера. You know what is more tasty than una arepa con queso? The next one coming right now in 106.9, 30 principales, puro perreo!
системы. А, твою мать. Может, ну что быть... такое? Что опять не так? Да? Ничего. Если ты не хочешь, привет, Ви! Ты готов? Ты издеваешься? Да знаешь, что-то не похоже. Совсем круто, не похоже. Что ты пришла. Да, я подумала и решила, что вы правы. Бывают случаи, когда единственный аргумент – это пинок по яйцам и пуля промеж глаз. Волнуешься, Том? Как ты понял? Ну, ты же раньше никогда такого не делал. Просто представь, что работаешь как обычно, но по другой программе. У тебя получится. Понимаю, но ты же не хочешь детей сиротами оставить. Ты уже выяснила, как идти к Хироми? У меня есть чертежи здания, так что все схвачено. Ну, не совсем все, но до пентхауса доберемся. Проще всего подняться с технического этажа. Я знаю, где там проход. Помните, всю работу должен делать поведенческий чип. Не задумывайтесь, как лучше поступить. Просто положитесь на инстинкты. Если вы затормозите хоть на секунду, это может вам дорого обойтись. Да, кстати, а где Майка? Пошла к Хироми, чтобы у него не возникло подозрений. Она задержит его, пока мы не придем. Ну что, начинаем? Да, пора бы. А, бля. Хуже уже не будет. Сначала заходим мы, потом вы. Идите прямо в облака. Наконец-то движуха! Осторожно, не нарвись на кого-нибудь. Мне нужен приборный щиток с той стороны. Можешь с ними разобраться? Что-то где-то ломается. Это называется энтропия. Чё? Берегись, нас кто-то услышал. У меня это уже вот где. Я, блядь, солдат, а не мастер на все руки. Увидят, уходи оттуда.
быть начеку. А что потом? Идем на штурм? Том и Рокси должны быть уже в облаках. Начинаем по знаку Майка. Они разбираются с охранниками, а ты с Хироми. Но сперва тебе надо проникнуть в пентхаус. Ты со мной не пойдешь? Двух человек намного проще заметить, чем одного. Да и здесь от меня больше пользы. Если они поднимут тревогу, я перехвачу сигнал. А что с системой охраны? Ты ее отключишь? Я думала, что смогу, но... Прости, у меня не получится. Придется тебе как-нибудь самому. Ладно, я пошел. Тебе в лифт с другой стороны. Береги себя. Джуди, я на крыше. Прыгай вниз, на балкон. Только осторожно, ладно? Моей команде. Давай! Буду поздно. Я же говорил, работай до жопы. Нет, не жди. Да не буду я, блядь, ужинать. Лучше опилок заживать. Вкуснее будет. Я тебя люблю. Thank you.
Они подняли тревогу! Без паники. Я с этим разберусь. Они подняли тревогу! Без паники. Я с этим разберусь. И генеральный сам хочет его испытать. В Большом каньоне. Вазай, паскуда! Хвати его! Обожаю свою работу! Thank you.
ёбаный ты нахуй! Мой этаж, все. Я их убила! Всех убила! Я тоже! Иди к камере наблюдения перед комнатой охраны. Я надеялась, ты проберешься сюда потихо. Хорошо еще, что они в виртах, иначе все быстро бы накрылось. Всегда любил женщин, которые способны по достоинству оценить чужие усилия. Эта милашка как раз из таких. Мне она тоже не нравится. Наглая. Ты могла бы отозвать охранников. Тогда не пришлось бы ждать так долго. У меня нет таких полномочий. Пока. Почему их там трое? Не понимаю, что она хочет вот сделать? Вот наша цель. Хироми Сата. Что они смотрят? Демо кандидатки на новую топ-куклу облаков. Я ее сама выбрала. Она заменит Эвелин. И, надеюсь, окажется умнее. Пока нет полномочий. Я вижу, ты очень уверена в себе. А почему бы и нет? Пока что все идет по моему плану. Кто эти двое? Они будут смотреть наше представление. Это боссы Хироми. Сегодня у них на глазах он будет подыхать в луже собственной мочи. Мы так не договаривались. Посмотри на меня. Видишь? Видишь это выражение неудивления на моем лице? Я знаю, как те. Для них власть всегда связана с силой. Мы будем говорить на их языке. Майка? Я отключу их от Вирта, и они будут недовольны, что их так грубо разбудили. Мы должны сделать так, чтобы взамен они получили зрелище не хуже. Понятно? Майка, наш план не предусматривал свидетелей. Это же демонстрация силы. А любая демонстрация требует публики. Я лучше всех знаю, как разыграть этот спектакль. Поверь мне на слово. Я уже все обдумала. Много раз. Не нравится мне все это. Поздно сомневаться. Том и Рокси уже все сделали. Ваша кукольная революция уже началась. Или мы сейчас вместе выиграем джекпот, или потеряем все. То есть ты хочешь заменить Хироми? Даже если для этого придется вступить в тигриные когти? А ты знаешь какой-то другой способ защитить облака от других банд? Делай, как знаешь. Она? Конечно, не Паркер. Эй, что происходит? Кто это? Это вестник последних дней Хироми Сата.
Он уже однажды подверг опасности клиентов облаков. Он убил Освальда Фореста. Теперь он вторгся в личные покои мистера Сато. И это еще не все. Посмотрите, во что превратился наш клуб под руководством Хироми. Что? Что за херня? Я долго смотрела, как Хироми Сато совершает ошибку за ошибкой. Но сегодня... Сегодня мы все увидели, что он стал бесполезен. Ви, что она вытворяет? Облакам нужен новый менеджер. Я правильно понял по этой... Погоди, Майка. Ты, кажется, немного увлеклась. А, похоже, вы еще не договорились. Ви, надо их прикончить. Мы для этого сюда и пришли. Все, хватит уже болтать. Давайте разберемся по старинке. Все, пиздец! Ты что себе позволяешь? Обожаю свою работу! Ты хоть понимаешь, что теперь будет? Поверь мне, прекрасно понимаю. Или ты больше никогда не появишься в облаках, или я прямо сейчас тебя прикончу. Отличный план. Ты только об одном забыл. У меня тоже есть кукольный чип. Ладно, Ви, уматывай оттуда. Выход на нижнем уровне апартаментов. Там рядом будет лифт. Рокси в безопасном месте. За ними не гнались. Спустись на первый этаж. Я буду ждать тебя у ларьков. Синтетическое мясо для натуральной энергии. Ты ее убил? Господи, боже мой, ты ее убил.